Итоги уходящего понедельника подводят наши корреспонденты. Я Максим Кембель. Смотрите сейчас. Вечерний затор. На пересечении Гоголя и Социалистической столкнулись две иномарки. Двухтонный микроавтобус развернуть, это какой удар нужен был быть? Все лицевы. Без лишних страниц. В Беларуси продолжают изготавливать биометрические документы. Гражданин приходит с паспортом. Значит, сотрудник нашего подразделения занимается сбором его персональных данных. Куда обращаться за ID-картой? Бобруйский комиссар Рекс. Голос. В департаменте охраны служат милиционеры-кинологи. В чем секрет командной работы? А также невыгодный кризис, олимпийская лицензия и голодный вор. В одном из городских магазинов похитили 25 палок колбасы, кто прошел мимо кассы. Беларуси не нужен конфликт на госгранице. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с рабочей группой подработки проекта Конституции. Ожидаемый разговор получился гораздо шире заявленной темы. Президент отметил, упрекать страну в поддержке нелегальной миграции – полная глупость. Только за последние месяцы погранкомитет запретил въезд нескольким тысячам человек. Поэтому кому выгоден этот кризис – большой вопрос. Нас уже обвиняют, что мы блокируем гуманитарную помощь и не оказываем ее тем бедным людям, беженцам, которые сконцентрированы на государственной границе. Но это более чем странно выглядит, потому что я занимался этим вопросом все выходные, и все вопросы решены, которые мною были поручены. Мы детишек кормим, мы и беременных женщин кормим, и дрова подвозим, все, что им необходимо. Более того, мы все делаем для того, чтобы этот лагерь не существовал, чтобы желающие попали в Евросоюз. Ну а тот, кто не желает, мы готовы, как это обычно делали, посадить всех в самолеты, в том числе и Белавия, которые отвезут их обратно домой. Но это люди, надо сказать, очень упертые, никто возвращаться не хочет, и понятно, им некуда возвращаться. У них нет там жилья, они понимают, что там нечем накормить детей. Более того, некоторые просто опасаются за свою жизнь, возвращаясь обратно. Вторую часть совещания посвятили главному закону. И здесь важно не навредить. Предлагается сохранить нынешнюю систему власти. А вот Всебелорусскому собранию планируют отвести особую роль. Приоритетами останутся институт семьи и традиционные ценности. И все-таки последнее слово будет за народом. Проект обновленного документа планируется вынести на референдум в конце ноября, начале декабря 2021 года. Боковой удар. На пересечении Социалистической и Гоголя не разъехались «Мерседес» и «Вольво». Авария произошла около 17 часов. Известно, что внутри микроавтобуса находился ребенок. В результате удара у немца смято левое крыло. К счастью, малышка не пострадала, она находилась в удерживающем кресле. Вот посмотрите, какой удар был. Он, получается, я так понимаю, наверное, не притормаживал вообще. Меня даже развернуло. Ну вот двухтонный микроавтобус развернуть, это какой удар нужен был быть? У представителя шведского автопрома смят передний бампер. Повреждена решетка радиатора, разбиты фары. По предварительной информации, никто не пострадал. Госавтоинспекция проводит проверку. Опрос населения, защита данных и первая работа. Служба занятости трудоустроила свыше 30 тысяч учащихся и студентов. Что нужно знать нанимателю? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Александр Лукашенко предложил провести масштабное социологическое исследование по конституционной реформе. Президент подчеркнул, органам власти важно знать мнение граждан, причем не только по изменениям главного документа страны, но и по другим актуальным для развития государства вопросам. Беженцам на белорусско-польской границе предоставили 18,5 тонн продуктов питания. Среди них хлеб, молоко, мясные и овощные консервы, колбасные и кондитерские изделия, фрукты, детское питание и вода. Также мигрантам помогли теплой одеждой и одеялами. Ситуация на границе по-прежнему остается напряженной. В Беларуси вступил в силу закон о защите персональных данных. Нововведение нацелено, чтобы закрытая информация не попала в руки мошенников. Закон соответствует всем международным требованиям и стандартам. Он согласован в Совете Европы и не противоречит Конвенции о защите персональных данных.
Служба занятости за 9 месяцев трудоустроила почти 30 тысяч учащихся и студентов. Заключено около 2000 договоров с нанимателями. В Минтруда и соцзащиты напомнили, законом для этой категории сотрудников установлена сокращенная продолжительность рабочего времени. На летних каникулах у подростков в возрасте от 14 до 16 не должна превышать 4 часа 36 минут, а от 16 до 18 – 7 часов. Белорусская конькобежка Анна Нифонтова на этапе Кубка мира в Польше завоевала олимпийскую лицензию. На спринтерской дистанции 500 метров она выступила в группе А. В компании сильнейших спортсменов во втором забеге заняла 4-е место и выполнила квалификационный норматив на игры в Пекин. Виртуальные данные, цифровая подпись, новые биометрические документы набирают популярность среди бобруйчан. В подразделении по гражданству и миграции города их уже получили почти 300 белорусов и больше 200 иностранцев. Срок изготовления – 15 календарных дней. Выдача ID-карты обойдется в 43,5 рубля. Паспорта – 58. За новым документом нужно обращаться на Лынькова 6. Услугу можно заказать и на дом. Для этого существует мобильный комплекс. Гражданин приходит с паспортом, значит, сотрудник нашего подразделения занимается сбором его персональных данных, и заявка отправляется на Министерство внутренних дел. После чего гражданин в сроки приходит за получение биометрических документов. Срок действия ID-карты и биометрического паспорта – 10 лет. Для тех, кому еще не исполнилось 14 – 5. Первый документ, напомним, используется на территории Беларуси для удостоверения личности, второй – для выезда за границу. Отоварился на уголовку. В Бобруйске мужчина похитил из магазина 25 палок колбасы и попытался сбежать. Об этом в Бобруйске РУВД сообщила работница торговой сети. На место отправили экипаж департамента охраны. Вор попал в объектив камер видеонаблюдения. Некоторое время спустя мужчину задержали. Выяснилось, что 24-летний гражданин Украины приехал в Беларусь для поиска работы. Колбасу он планировал продать. К слову, иностранец отоварился на сумму более 200 рублей. В комплект также попала коробка конфет. Возбуждено уголовное дело. Держат нос по ветру. Среди сотрудников департамента охраны лучшие в поиске по горячим следам – милицейские собаки. Они обитают в бобруйском питомнике, который открыл двери для юных горожан. На встрече кинологи раскрыли секреты мастерства и познакомились с четвероногими напарниками. В арсенале не только база – сидеть, лежать, камни. Захват преступников – трехметровые преграды. Им все под силу. Карина Гуреевич освоила азы дрессировки. Сергей Максимов без малого 10 лет работает с собаками. Для него животное – это напарник и друг. Вместе тренируются, заступают на смену, а после возвращаются домой. Сейчас в его команде 2 питомца – опытный боец и молодой щенок. За плечами обоих не один пойманный преступник. Я работаю на маршруте патрулирования в городе. Вместе с собакой, вместе со мной работает. Мы ездим на сигналы тревоги, на сработки различные. Дома, квартиры, магазины. Собаки дома живут, в первую очередь, а вторую на работе часть находится. Надо же собаку любить. Если человек придет к кинологам, он не будет не любить животных, как он будет с ней заниматься? В питомнике департамента охраны маленькие гости. Для них настоящее шоу. Кинологи показывают азы дрессировки и сложные элементы. Рассказывают главные правила послушания для четвероногих напарников. Голос? Хорошо, молодец. Голос? После теории – практика. Школьники самостоятельно проверяют силу собачьей хватки. Конечно, под присмотром инструктора. Главная радость как для детей, так и для хвостатых – угощение. Преданность – известное качество собак. Именно поэтому за каждым кинологом закреплен хвостатый напарник. В департаменте охраны к ним относятся как к полноценным сотрудникам. Даже существует квалификационная комиссия, которую необходимо проходить ежегодно. Мэри – бельгийская овчарка. Ей чуть больше года, но щенок уже знает основные команды – сидеть, лежать, идти рядом, давать лапу. И, конечно, голос. Мэри – голос. Голос. Демонстрация умений – лишь малая часть работы кинологов и собак. Основная задача – задержание преступника, поиск по горячим следам. Обучают в питомнике через еду или игру. Это лучший способ добиться от животного выполнения команд. Здесь требуется терпение как от питомца, так и от хозяина. Сидеть, лежать, стоять, ко мне, апорт, рядом. То есть это база. Это база, с которой собаки должны выполнять и слушаться инструктора кинолога. После этого они приходят в специальный курс дрессировки. То есть входит, например, следовая работа, задержание. То есть у нас собаки
по профилю не работают, там, например, на взрывчатке, на поиск наркотиков. В питомнике на постоянной основе содержится 10 собак. У каждого своя уютная чистая клетка. В рационе у животных крупа, мясо и овощи, кормят минимум дважды в день. Еще 6 четвероногих живут дома у сотрудников. Их питание оплачивает департамент. Карина Гуревич, Станислав Чечерин, Бобруйск, 360. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо.